Рад приветствовать Гайнаджан сегодня в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Ереване. Мы очень хотели с вами встретиться, потому что мы тесно сотрудничаем с школой имени Пушкина, школой номер 8. И мы знаем, что сегодня, 22 мая, будет выпускной. Сегодня хотели поздравить за вашу активную деятельность проповедования русского языка. Мы знаем, что вы каждый год удостаиваетесь наград именно по русскому языку. Это и городское мероприятие, или это республиканское мероприятие, это или наше мероприятие, которое Дом Москвы проводит по стипендии мэра Москвы. И вы всегда занимаете призовые места. Поэтому, пользуясь случаем, хочу вас поздравить, чтобы вы также держали эту планку. Вы сегодня заканчиваете основную школу и переходите в старшую школу. И надеемся, что именно продолжите этот путь. И я думаю, что вы делаете это, наверное, я думаю, что русский язык всегда был народом, языком дружбы. И сегодня мы видим, как хорошо развиваются армяно-российские отношения, и языком общения является русский язык. Спасибо вам за вашу такую активность. И, пользуясь случаем, конечно, хочу я вам подарить подарки от имени Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване. В этом году был большой юбилей, 75 лет Победы. Вы, я знаю, активно участвовали, делали концерт. Пушкинская школа сделала великолепный концерт, который прошел в онлайн-режиме и показал, насколько активность школьников, именно участие в этих мероприятиях. Поэтому символика 75 лет Победы хотим вам подарить такую вот кружку, чтобы всегда память о наших ветеранах всегда была с вами. Спасибо. Да, и, конечно, хотим подарить книгу, ну, естественно, на русском языке, Марину Цветаеву. Я думаю, что в ваших уже в вашей библиотеке уже есть книги, она займет достойное место в вашей библиотеке. Большое спасибо за подарки. Я хотела сказать, что вы тоже имеете большой вклад в моих победах, в моих участиях во всем. Вы тоже имеете огромный вклад. Я вам благодарна. И я буду продолжать проповедовать русский язык. Спасибо, Гайнаджан, за теплые слова в адрес Дома Москвы. И мы будем способствовать все для дальнейшего развития русского языка в Ереване и в Республике Армения. И, пользуясь случаем, сегодня, 22 мая, хочу поздравить всех выпускников основных школ Республики Армении, старших школ, которые сегодня готовятся к сдаче экзаменов. И если основная школа будет выбирать идти в старшую школу или в колледж и техникуме, то старшая школа будет идти в институты. Надеюсь, что все у них удачно получится, несмотря на режим онлайн, который в последние месяцы есть в Республике Армении. Я думаю, знания не уменьшились, они только усилились. Поэтому хорошего вам завершения учебного года и поступления в самые лучшие вузы Республики и всего мира. Спасибо. И еще раз хочу сказать, что наше взаимодействие с школой Пушкина, знаете, чем еще символично, что в этом году мы тоже будем отмечать день рождения Пушкина, будем проводить неделю Пушкина, будет проходить у нас. Я думаю, что в тесном сотрудничестве она пройдет также школой имени Пушкина в лице ее директора госпожи Степанян.